Приехала из города Самары, привезла на «Стот молодежи» проект «Закупка в один клик», проект на стыке информатизации и закупочной деятельности, который призван совершенствовать наши процессы в компании для того, чтобы нам было работать проще, быстрее и, самое главное, эффективнее. У нас постоянно происходит взаимодействие с заказчиками, с людьми, которые заключают договоры на Куйбышевской дороге. И мы понимали, что процесс закупок не стоит на месте, документации много, времени тратим на это тоже много. Пришла идея как-то это упрощать, систематизировать, унифицировать. Поэтому мы создали универсальный документ, который будет помогать нашим пользователям поскорее заключать договоры, получать от этого свою пользу, эффекты и в целом эффекты для компании. Фишка этого проекта состоит в том, что всю информацию по обоснованию закупки мы объединяем в один документ. Пользователю необходимо просто взять этот инструмент и работать с ним, потому что вся нормативная база представлена в одном документе. Благодаря тому, что проект «Новое звено» предоставляет такие возможности, как встреча с первыми лицами компании, мы здесь все ребята имеем возможность получить обратную связь, обменяться мнениями с такими высокопоставленными людьми, получить от них какие-то полезные советы, какие-то лайфхаки. А для того, чтобы представить наши проекты первым лицам на достойном уровне, для нас организованы мастер-классы, брейн-ринги различные, игры, для того, чтобы мы могли обучиться, понять, как нужно представлять проекты, как продать свой продукт. За это очень большая благодарность организаторам, что для нас открыты такие возможности. Мне все очень понравилось. Атмосфера вообще просто супер. Все позитивные, дружные и все заряженные. Только вперед!